Мы, организаторы форума, онкологи Санкт-Петербурга и онкологи Ленинградской области, приветствуем на доброжелательной, гостеприимной земле Санкт-Петербурга. Я докладываю вам, что сегодня на 8.30 зарегистрировалось 1660 участников форума из 22 стран и 160 городов. И это, ну, ориентировочно где-то 60-70% от всех участников, которые примут участие в этом трехдневном форуме. Мы постарались сделать нашу научную программу очень плотной и разносторонней. От фундаментальных исследований до живой хирургии, которая будет демонстрироваться все дни форума в один из залов нашего комплекса. От вопросов профилактики онкологических заболеваний до реабилитации онкологических больных и паллиативной помощи. Уважаемые участники форума, разрешите предоставить слово для открытия нашего форума председателю Петербургского онкологического форума «Белые ночи», главному онкологу Министерства здравоохранения, президенту Ассоциации онкологов России, академику Академии медицинских наук, профессору Давыдову Михаилу Ивановичу. Будьте добры, Михаил Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать в этом замечательном зале. Особенно я рад наполнению этого зала, потому что, очевидно, такая активность участия в этом съезде является показателем авторитета мероприятия, которое мы проводим. Вот привычный для всех формат конференции «Белые ночи» сегодня приобрел совершенно новую форму, и новое звучание и новую идеологию. Если раньше он был монопрофильным, посвящался в основном вопросам онкологической маммологии, то сегодня это многопрофильный конгресс, где освещаются очень многие актуальные вопросы онкологии. И мне очень приятно, что в этом мероприятии участвуют ведущие специалисты нашей страны и дальнего зарубежья. По сути, сегодня это международный конгресс «Белой ночи». Я рад очень, что организаторы этого конгресса, а в частности, хочу высказать большую благодарность Алексею Михайловичу за такую активность и за программное обеспечение и наполнение этого конгресса, приобрел такое значение для нашей страны. Вы знаете, что онкология сегодня одна из ведущих дисциплин в мире. Более 27 стран уже признали сегодня, что онкология вышла по смертности на первое место. Россия пока это не признает факт. Я с этим спорю, но тем не менее в ближайшее время мы достойно займем подобное место в числе лидеров, не дай бог, конечно. Но я вам скажу следующее, уважаемые коллеги. Тональность самой конференции и состав участников говорит о том, что она имеет научно-практический характер. Проведение мастер-классов, острые дискуссии, круглые столы будут способствовать большему пониманию нас друг друга и существенно облегчить жизнь наших пациентов. Я вам желаю, уважаемые коллеги, успешной работы на этой конференции. Спасибо. Слово для приветствия от Государственной Думы Российской Федерации предоставляется члену Комитета Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иконникову Василию Николаевичу. Уважаемые друзья, я целиком и полностью поддерживаю выводы Михаила Ивановича Давыдова, академика, о том, что сегодняшний форум имеет очень высокий статус, и в Государственной Думе очень внимательно мы следим за его проведением и очень высоко оцениваем. Позвольте мне зачитать приветствие первого заместителя председателя Государственной Думы в адрес участников и гостей Петербургского онкологического форума «Белые ночи 2015». Уважаемые друзья! От всей души приветствую организаторов, участников и гостей Петербургского онкологического форума «Белые ночи 2015». Онкологические форумы и конгрессы проводятся в нашей стране уже не первый год, в том числе с участием иностранных специалистов и представителей медицинских учреждений. Несмотря на сложное время, проведение такого форума чрезвычайно важно для мирового медицинского сообщества. Ежедневно разрабатываемые новые лекарственные препараты и методики лечения онкологических заболеваний
требует от отечественного и мирового онкологического сообщества выработки новых способов взаимодействия, механизмов консолидации и координации совместной деятельности. Поэтому сегодня так важно подчеркнуть своевременность организации и проведения Петербургского онкологического форума «Белые ночи 2015». Он является одним из крупнейших в области онкологии, объединяет широкий круг специалистов из России и других стран, является особой площадкой, на которой поднимаются вопросы эпидемиологии, скрининга и профилактики максимального числа направлений онкологии. Это очень важно для взаимопонимания и углубления взаимодействия специалистов-онкологов в решении актуальных проблем диагностики и лечения онкологических заболеваний. Именно тесное международное сотрудничество и обмен ценным опытом положит начало новой эре инновационной медицины и приблизит нас к решению многих, казалось бы, неразрешенных проблем в медицине в целом и в онкологии в частности. Уверен, что работа форума даст новый импульс формированию крепкого мирового партнерства в области онкологии, позволит расширить горизонты современной отечественной науки и выйти на новый уровень развития медицины во имя сохранения здоровья населения. Желаю всем участникам эффективной и плодотворной работы. С уважением, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Иванович Мельников. Позвольте, я это приветствие вручу Алексею Михайловичу Беляеву. Слово для приветствия от Министерства здравоохранения Российской Федерации предоставляется директору Департамента Организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Никитину Игорю Геннадьевичу. Спасибо, Алексей Михайлович. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, Михаил Иванович уже обозначил важность сегодняшнего проходящего мероприятия. Действительно, такие встречи очень важны. Онкология – это та отрасль медицины и развития здравоохранения, которая, может быть, двигается семимильными шагами. Судьба пациента, и сегодня мы слышали это фактически в начале вот этого мероприятия из доклада профессора Семиглазова с той же опухолью молочной железы 5-7 лет назад. И сегодня это абсолютно две разные клинические, практические и жизненные ситуации. Поэтому развитие этой отрасли, оно имеет крайне важное значение вообще как для демографии в целом и для страны, для нашей, которая, так сказать, сегодня имеет в этом смысле определенные проблемы. Развитие онкологической службы чрезвычайно важно еще и с точки зрения меняющихся демографических процессов в целом. Постарение населения, это, так сказать, закон развития биологии вообще в целом, будет ассоциирован с ростом развития онкологических заболеваний. Поиск, рациональная диагностика, рациональная химиотерапия и реабилитация – вот те важнейшие направления, которым, собственно говоря, и посвящено в том числе и сегодняшнее мероприятие. Позвольте мне зачитать приветствие, официальное приветствие первого заместителя министра здравоохранения Игоря Николаевича Громаняна к участникам и гостям первого российского онкологического образовательного форума с международным участием «Белые ночи 2015». Уважаемые коллеги, от имени Министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую участников и гостей первого российского онкологического образовательного форума с международным участием «Белые ночи 2015». Онкологические заболевания, оставаясь на протяжении нескольких десятилетий одной из основных причин высокого уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности, приводящей к большим человеческим потерям, требует значительной консолидации сил всего медицинского сообщества. Министерство здравоохранения Российской Федерации уделяет пристальное внимание совершенствованию организации медицинской помощи больным, страдающим онкологическими заболеваниями. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и государственной программы Российской Федерации развития здравоохранения, утвержденной правительством Российской Федерации,
Сегодня определены основные мероприятия и целевые показатели развития данного направления. Для обеспечения эффективности медицинской помощи онкологическим больным необходимо четко выстроить трехуровневую систему здравоохранения в регионах, отладить схемы маршрутизации пациентов и повысить уровень профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях. В рамках форума, который, несомненно, станет значимым событием для российских и зарубежных онкологов, профессионалы обменяются опытом по важнейшим вопросам профилактики, скрининга, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных, внедрение в лечебную практику инновационных медицинских технологий, а также иммунотерапии различных онкологических заболеваний. Выражаю уверенность, что форум пройдет на высоком уровне, внесет свой вклад в обеспечение доступности и качества медицинской помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, и будет способствовать реализации международных проектов в сфере здравоохранения. Желаю участникам форума плодотворной работы, новых идей, полезных контактов, профессиональных успехов и крепкого здоровья. Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Николаевич Каграманян. И от себя я хотел бы тоже сказать несколько слов, являясь все-таки и практическим врачом, и руководя кафедрой во втором Московском медицинском институте, по старинке я его так называю, Российском национальном исследовательском медицинском университете, учреждение, которое тоже гордится своими традициями, в том числе и в развитии онкологии. Мне бы хотелось сделать акценты, на такие вещи, более как бы человеческие, приземленные. Любое дело, как я говорю, делают люди, конкретные люди, за которыми стоит определенный круг близких людей, окружающих нас, так сказать, людей на работе, называющихся одним словом – команда. Вот я желаю каждому из вас, имеющему или, может быть, еще не имеющему своей команды, успехов в работе, здоровья, свершение, так сказать, тех целей, которые вы перед собой поставили. И нам очень хотелось бы, и очень хочется, чтобы онкология, как одна из наиболее развивающихся, революционно развивающихся отраслей медицинской науки и практики, оставалась и была бы в центре внимания медицинской науки в целом, в том числе и в нашей стране. Поэтому мои пожелания достаточно простые, может быть, банальны. Успехов вам, счастья, здоровья вам и вашим близким. Приветствие от вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Александровны Казанской зачитает заместитель председателя комитета здравоохранения администрации Санкт-Петербурга Татьяна Николаевна Засохина. Уважаемые коллеги, вопросы онкологической заболеваемости и смертности находится в зоне самого приоритетного внимания органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. Конечно, на первом месте стоят задачи по профилактике и по раннему выявлению заболеваний. И в этом смысле в Санкт-Петербург, как и всей стране, третий год широкомасштабно стартует и идет диспансеризация взрослого населения. И только за прошлый год более 3000 пациентов были выявлены с заболеваемостью на первой и второй стадии. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге действует практически онкологический кластер, в который входят не только федеральные учреждения, ведущие страны, но и городские учреждения. Ежегодно мы наращиваем объемы и качество лучевой диагностики и лучевой терапии. Внедряются новые методы химиотерапевтического лечения. Вы знаете, что Санкт-Петербург был первым городом России, где много лет уже назад был первый хоспис России, а несколько лет тому назад открылся первый детский хоспис России. Все эти мероприятия, конечно же, направлены на то, чтобы снизить смертность жителей Санкт-Петербурга от такого серьезного заболевания, как онкология. К сожалению, пока Петербург не может похвастаться своими хорошими показателями в этой области, но именно поэтому при правительстве Санкт-Петербурга в прошлом году был создан Координационный совет по принятию мер, направленных на снижение смертности от онкозаболеваний. Этот координационный совет входят ведущие эксперты Санкт-Петербурга, ведущие специалисты, организаторы здравоохранения, и возглавляет его курирующий здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Александровна Казанская. И разрешите зачитать приветственное слово от вице-губернатора.
Дорогие друзья, приветствую участников, гостей и организаторов Петербургского онкологического форума «Белые ночи 2015». Этот форум впервые проходит в Санкт-Петербурге, городе, который по праву считается одним из крупнейших научных и клинических центров изучения рака. Сегодня на берегах Невы соберутся ведущие специалисты в области диагностики, профилактики и лечения самых разнообразных онкологических заболеваний из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Трудно переоценить значимость форума, поскольку сегодня противораковая борьба является одним из приоритетных направлений в развитии системы здравоохранения Санкт-Петербурга и России. Внедрение программ профилактики, своевременное и эффективное лечение онкологических заболеваний, снижение смертности от онкологических заболеваний остаются важнейшими задачами медицинских учреждений нашей страны. Уверена, что мероприятия Петербургского онкологического форума «Белые ночи 2015» пройдут успешно и станут плодотворной площадкой для обсуждения самых актуальных научных проблем и практических достижений в онкологии. Желаю участникам, гостям и организаторам конгресса интересных встреч, успешной и продуктивной работы. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, Казанская Ольга Александровна. Успехов! Для приветствия от Законодательного собрания Санкт-Петербурга слово предоставляется заместителю председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анденко Сергею Анатольевичу. Уважаемый Михаил Иванович, уважаемый Алексей Михайлович, уважаемый президиум, глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие гости. Позвольте мне от имени Законодательного собрания Санкт-Петербурга, высшего представительного органа власти Санкт-Петербурга, приветствовать на берегах Невы всех участников замечательного Петербургского онкологического форума «Белые ночи». Форум, без сомнения, является одним из крупнейших мероприятий в области онкологии, объединяющий широкий круг специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Около 2000 специалистов предполагали свое участие в форуме. Более 300 докладчиков из разных регионов России и зарубежных стран представят свои материалы в рамках пленарных заседаний форума. За время его проведения состоится более 40 конференций, симпозиумов, семинаров, среди которых широко известные петровские чтения, в рамках которых отражаются фундаментальные вопросы онкологии, крайне актуальные круглые столы по диагностике и лечению опухолей молочной железы. Предметом обсуждения специалистов явятся современные подходы к диагностике, хирургическому, лекарственному, гормональному, лучевому лечению больных с злокачественными новообразованиями, вопросы молекулярной онкологии, онкоиммунологии, проблемы эпидемиологии, скрининга и профилактики онкологических заболеваний. Как уже говорили, будут проведены мастер-классы и онлайн-трансляции операций по эндовидеохирургическим технологиям в онкологии, а также организован цикл повышения квалификации актуальные вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний с выдачей удостоверений государственного образца. Таким образом, мы видим, что форум охватывает все без исключения стороны научной, практической и учебной деятельности в онкологии, что без сомнения гарантирует успешную работу форума. Абсолютно убежден, что наш форум принесет огромную пользу всем участникам и будет важнейшей вехой в дальнейшем развитии онкологии в нашей стране. Желаю всем участникам успешной работы, использования всех полученных на форуме новых знаний в своей практической и научной деятельности, ну и, конечно, в перерывах между заседаниями приятного времяпровождения в нашем замечательном городе. Спасибо, Сергей Анатольевич. Слово для приветствия предоставляется руководителю общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга», директору Института экспериментальной медицины, академику Академии медицинских наук Сафронову Генриху Александровичу. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, позвольте вас приветствовать от академической науки. Это огромная армия, у нас 41 тысяча врачей в Санкт-Петербурге. Я с огромным удовольствием констатирую, что «Белые ночи» вот с течением времени все больше и больше становятся лишь приятным дополнением к высочайшему научному уровню наших мероприятий. В 90-е годы, я помню, мы «Белые ночи» ставили в клише наших научных форумов как наиболее привлекательную, ну что ли, вот такую составляющую. Но сейчас все великие приезжают к нам просто потому, что здесь собираются действительно выдающиеся ученые и обсуждаются очень нужные, очень важные вещи. Вам, всем участникам, полезных встреч, полезных обсуждений и всего самого-самого доброго. Спасибо. Спасибо, Генрих Александрович. Уважаемые коллеги, друзья,
заканчивая нашу торжественную часть открытия конференции, я хотел бы сказать добрые слова организаторам этой конференции, тем, кто вот все это организовали, и тем, кто позволил нам, тем, кто спонсировал наше мероприятие, позволил и пригласить гостей, арендовать залы, арендовать все другие мероприятия. Я не буду перечислять наших всех помощников, они есть у нас в программе, во всей печатной литературе, касающейся форума, на сайте у нас. И на первом этаже в холлах представлены выставки именно тем, кто помогал, тех организаций, кто помогал нам. Пожалуйста, в перерывах можно познакомиться. Уважаемые друзья, спасибо вам всем за то, что вы сегодня на нашей конференции. Мы надеемся, что конференция пройдет плодотворно, и что вы оцените наше гостеприимство и хорошую организацию конференции. Спасибо всем. Через несколько минут начинаем работу по секциям.